Я не менял никогда место жительства. Здесь родился, здесь учился, здесь работал. Здесь вся жизнь прошла. Я повидал сотни городов, поверьте мне, в мире, но всегда, где бы я ни был, на третий день, я всегда тянуло в Пермь обратно. Пермяки, я вам скажу, вот мое личное мнение, это самые лучшие люди, которые есть в России. Лучшие люди. Москву кто отстоял в 41-м году? Уральцы. Поэтому любовь к родине, вот она вот здесь. Вот здесь, вот в корнях, вот здесь, в Перми, я бы так сказал. Всю свою сознательную жизнь, я 44 года проработал на пермских моторах. Я был первым директором генеральным «Протона». Всегда, где бы я ни работал, на каких постах, на каких должностях, я считаю, что главное, это должно быть забота о людях. Вот забота о людях. Как ты к людям будешь относиться, как ты будешь о них заботиться, так и они к тебе будут относиться. А это самое главное. Жизнь, по-моему. Особенно в работе на предприятиях. Ну, я не знаю, может быть, еще где-то. Но я считаю так. Главный приоритет – это люди. Уважаемые пермяки, дорогие мои земляки, я от всей души поздравляю вас всех с Днем России и с Днем города Перми, с юбилейным Днем города Перми. Хочу пожелать от моей большой семьи, она у меня очень большая, и от всех почетных граждан города Перми, к которым я отношусь, здоровья доброго, благополучия, счастья, любви. Я хочу, чтобы дети вас меньше огорчали, а внуки чаще радовали. Несмотря ни на что, живите долго. Я хочу, чтобы каждый новый день приносил вам успехи и оставлял в вашем сердце маленькую частичку радости.